Мы ведь не любим работать регулярно. Мы хотим рывком войти Понятно, в какое-то да. новое состояние. Поэтому наше любимое слово, оно тождественно у инженеров понятие о поломке, прорыв. Но мы выйдем, я уже не говорю про СВО и последствия, в которых мы выйдем из этого. Ведь нет ни одного способа хорошо выйти из этой ситуации. Вы можете объявить победой все что угодно. Иран и Ирак уничтожали население друг друга в 80-е годы почти 10 лет. Больше миллиона там, по-моему, погибло. Вот. Потом каждый провел по параду победы и не может до сих пор ответить, а зачем они это делали все, что они получили. Это наш сценарий? Да, ближе всего к нашему, да, я думаю.